Следующую композицию мы посвящаем человеку, который придумал электричество. Да, этому человеку мы обязаны электричеством. Игорь, а можешь включить вот этот микрофончик? Кстати, как вы думаете, кто придумал электричество? Уже не так просто, да, как с Иваном Сергеевичем? Эдисон придумал лампочку. Мы зашли в Википедию и узнали, что Эдисон придумал только лампочку. В общем, это был хороший человек. Возможно, его звали Тесла, а возможно, его звали Вольт или Ампер. Это все были... Композиция называется «Реквием». Да, просто «Реквием» или «Реквием». «Реквием» в стиральной машине. Да кто придумал-то? Да кто же его знает? Говорят, что это Вольт. Очень, да. Вольт. А слышно, да? Вольт, слышно? Нет? Слышно, нет? Не слышно? Слышно. Хорошо.